с победой вас. Скажите, пожалуйста, матч получился таким не таким простым для вашей команды. Ну да, спасибо с победой. Ну, первый тайм был очень хороший со стороны нашей команды. Мы, я считаю, по праву выиграли его. Было много моментов, было. Почти все реализовали, что могли. Второй тайм, не знаю, что получилось. Может, команда соперника прибавила во втором тайме. И больше нам неприятностей сделала. Ну и мы, если честно, много не забили. Могли все решать еще в начале второго тайма. Забей мы там два мяча, то, я думаю, уже можно было спокойно доигрывать. А так пропустили. Ну, я рад победе. И это главное. Это был наш главный конкурент за выход из группы, на мой взгляд. А пропущенные мячи, это вследствие чего так получилось? Ну, каких-то недоработок, возможно. Я, честно, все голы, которые нам забили, я не помню. Ну, мне кажется, да, там большинство наших ошибок. Так что надо над этим работать и в следующих матчах пропускать меньше, чем 4. Спасибо большое.